не знаю почему, от начала практически игры первая наша подача не летела как надо, и Ленинградка играла очень комфортно на приеме, и потом было очень тяжело, конечно, играть с ним. А потом было чуть-чуть больше, но знаете как, одна часть партии хорошая, одна нет, ничего специального. В смысле, да, играли не очень сегодня, и надеюсь, что завтра будут лучше. Конечно, могли дожать, но в нужный именно момент нас хватило, поэтому завтра играем за третье место. Очень, на самом деле, классно, все очень понравилось, и болельщики, которые тоже поддерживают команду, которая, ну, даже не своя, не Локомотив, это очень приятно, спасибо им большое. Я думаю, что сами от собственных ошибок начали расстраиваться, и, как я уже сказала ранее, не могли собраться в нужный момент, и уже как по накатной пошло, и не получилось, просто не получилось. Сейчас что-то сказать после игры. Конечно, мы все расстроены, потому что уже было в последних партиях видно, что как будто мы сдались все дружно командой. Что-то пытались сделать, ничего не получалось. Особенно было это явно в третьей партии. При счете я точно не помню счет, но, по-моему, мы перевес был небольшой в нашу сторону, и потом 10 очков мы просто тупо расстреляли все ауты. Сделали каких-то собственные глупые ошибки, и все, на этом, скорее всего, и посыпались, в принципе. И четвертая партия был какой-то задел на хорошую игру, что, возможно, мы что-то можем сыграть пятую партию, но в концовке уже это все улетучилось. Да, нужно сейчас немножко переварить все это, буквально час, и уже думать о завтрашнем дне. Все равно это борьба за медали, это всегда важно для любого спортсмена. Так что я думаю, чуть-чуть попереживать и дальше в бой. We'll be right back.